И о спорте. Таймас Темирбека вновь на высоте. 11-летний шахматист из Махачкалы выиграл чемпионат Дагестана среди взрослых на призы Мухуалиева. Итоги соревнований, стартовавших 2 августа, подвели в столичном доме шахмат. Участниками стали более 60 человек. Лучший результат в мужской части турнира показал двукратный победитель первенства Европы, юный и талантливый Таймас Темирбеков. Он опередил многоопытного Магарама Магомедова, имеющего звание международного гроссмейстера. Одним из главных открытий чемпионата стал 9-летний Руслан Гаджиев, занявший в конкурентной борьбе 3-е призовое место. В женской сетке турнира лидером стала Джамиля Камаева. Победителей и призеров поздравил экс-президент Дагестана Мухуалиев и министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов. Лучшие шахматисты были награждены медалями, грамотными денежными призами и ценными подарками. И, конечно, очень приятно, что вот Таймас, да, вот сказали, что он занял 1-е место. Это очень хорошо. И хорошо это накануне ответственных соревнований, которые в сентябре предстоят. И, наверное, мало кто думал, что он может 1-е место занимать, потому что здесь нет весовых категорий, все возрастные категории. Вот, как в борьбе нет весовых категорий. И я думаю, наше подрастающее поколение именно отрадно им выступать именно сегодня на призы Гимбатовича. Поэтому я думаю, то дело, которое вы делали, тому, чего вы учили молодежь, что учили нас, я думаю, эта молодежь наша нас не подведет. Будем на них надеяться и будем, естественно, рядом с ними всегда помогать. Еще раз всех поздравляю. Спасибо.